Жителей дома 41 на Павловской улице ждут перемены, но не переезд. Здание 1939 года будет капитально отремонтировано. Часть местных жителей делала ставку на расселение, но дом аварийным не признали. Исследования проводили в 2012 году. Эксперты вынесли вердикт. Жить здесь можно, но требуется ремонт коммуникаций. В этом году за счет средств фонда капитального ремонта поменяют все инженерные системы этого здания. Отремонтируют систему отопления, систему холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, систему водоотведения и систему электроснабжения. Кроме того, аварийные конструкции заменят в одной из квартир, хозяева которой провели дополнительное обследование и доказали необходимость ремонта. Новую кровлю здесь уже положили в 2014 году, а в этом обновят еще и фасад. Сейчас идет процесс проектирования, а работы на месте начнут после того, как установится устойчивая плюсовая температура.